Если сосуды кожи открыты, то есть мы можем форсировать отдачу тепла, то кожа розовая. А если сосуды закрыты, то кожа какая? Бледная или синяя. Да? Так вот, если кожа ребенка бледная, то есть если у ребенка высокая температура и кожа бледная, немедленно обращайтесь за врачебной помощью. Ребенок с высокой температурой и бледной кожей – это не вы должны лечить. Вы можете лечить только тогда, когда розовые уши. Понятно? Когда розовые пальчики. Бледный, голубой – срочно к докторам, срочно. Это очень важно. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе.